Можно. Друзья, знаете, КВН – удивительная игра, ведь только на этой сцене могут встретиться люди из разных тысячелетий. Итак, давайте представим. Парень из будущего встретился с парнем из настоящего. Славка, вот держи попить, ты хотел... Держи, что такое? Сок любимый. Какой? Один из лучших, один из лучших в нашем времени. Димка, ты что, у нас в будущем этот сок любимый уже 1000 лет не актуален. Как так? Вот так вот. Подожди, а наверное что-то произошло с другими брендами? Ну, конечно, изменилось. Можно у тебя спросить, Бамбарыч? Да, без проблем. Давай, посмотри, мой любимый. Плейбой, зайчик-красавчик, а? Смотри, что случилось с твоим плейбоем. А что? Ушки-то повисли. Ладно, хорошо. Давай продолжим. Да, смотри, вот этот. Мазда! Ха-ха. Что ты можешь ответить мне на этот вопрос? А на этот вопрос тебе ответит господин Друзь. Мазда стала официальным спонсором программы «Что, где, когда». И, кстати, смотри, как на твою девушку похожа. Одна бровь там, кстати. Что? Промолчи. Я не в слов. Ладно, хорошо, давай. Адидас! В их форме выходят миллиарды людей. Эти миллиарды теперь ее производят. Серьезно, давай, интересуйся, там в будущем много чего изменилось. Ладно, перейдем к отечественному. Без проблем. Лада! Стабильность. Стабильность идет, это наша актуалочка. Да. Хорошо, если не Adidas, тогда может быть Puma. Просто зверь сильный там, да? Смотри на своего зверя. Puma спит, она устала. И на самом деле, все вот эти спортивные лейбы – туфта. Подожди, не говори так. Вспомни хотя бы фирму, Nike. Да, Nike. Nike! Та-ра-та-та-та-та. Nike ушел коту под хвост. Понял? Давай. Спрашивай. Хорошо, ладно, по высоким технологиям. Давай пройдемся. Без проблем. МТС, мать твою, слушал! Смотри, Анечка, это не просто... А, вот где твоя девушка появилась. Вот кадык, видишь кадык? Перестань, пожалуйста, не надо так. Давай, если все, последнее, точно. Продолжай. Последнее. Секретный Кэмпбелл. Верблю, там уже 100 лет стоит. Смотри сам. Он и 1000 простоит. Там уже дома построили, он все стоит. Это прям верблюжий хатико. И вообще, Димон, тормози локтями. Ты еще едешь? И рученчик. Знаешь, что ты в конце хочешь сказать вообще после того, Славка, что ты увидел? Ты действительно прав. Все эти бренды туфта. Дорогие друзья, учтите, запомните. Все эти бренды, которые у вас окружают, они вам не нужны. Главное то, что у вас находится внутри. Это да. Но если вы все же следуете моде, то уже никак зайчик быть. Для вас выступала команда КВН «Петровский бульвар Азов». Спасибо.